Всем привет, дорогие друзья мои подруги, и с вами, как всегда, Алекс, и в этом видео мы поделаем квестики-шмексики, да. Ну и, конечно же, вынесем чертеж лучемета, вот. Как вынести варианты, я тебе расскажу, как их вынести, эти варианты, да, но у тебя должен быть уже открыт третий акт хотя бы. Вот, для этого. И, в принципе, можно и вундервафлю вынести. Вот в прошлый раз я не той кнопкой ее активировал просто. Взял и активировал. А так бы вынес чертеж и вундервафли. Но в этот раз мы вынесем именно чертеж лучемета. Приятного тебе. Короче, нашел я вундервафле и усовершенствовал даже его. Опа. Че, ребята, плохо вам? А все, можешь не стрелять по ним. Можешь не стрелять. Вот и все. Да все, не стреляйте, нахера. Они все дохлые. Они все дохлые. Вот и все. Вот тебе и вундервафлы усовершенствованные, блин. Хотелось бы еще усовершенствовать. Бам. Аж проглючило. Очень хорошо, когда толпа. Очень хорошо, когда толпа. Ну, ребята, у меня не знаю, что делать здесь. Вообще, я их вот поднатаскал, можно сказать. Тогда надо пойти на охоту с ними, я думаю, да? Куда-нибудь. Или налет на хранилище. Нет, налет на хранилище, это жестко очень. Это очень жестко. Во. У меня здесь контракт. Сейчас я. Да с него ничего не выпадает, народ. Ну что ж теперь? Перезаряжаюсь. Поехали. Поехали, ёб твою. Вы же оружие усовершенствовали. Поехали, я вам покажу настоящий вундервафа сейчас здесь. Видать, новички совсем зашли. Очень новички, с первой бронькой. Ну, обычные профессионалы есть с первой бронькой, такие, как я, да. У которых что-то глючит где-то, либо игра выкидывает. Но это прямо видно вообще. Ну, сразу видно, да. Они не знают ни контрактов, ничего. Сейчас я им покажу историю, значит. Небольшую историю этого... Это херни. Зомби джима. Сейчас они, как думаешь, повести их в третью зону, но у меня денег нет на улучшение. Вундервафы, мне это тоже нравится, вундервафы. Не зря она в крепости лежит. Они думают, что пулемет этот имба. Они думают, он имбовый, типа. Сейчас думают, мы постреляем. И у нас все будет вундервафф. Ага. Блин, вот только саморез мне надо, да? Я хочу посмотреть, как это говно работает. А, да, патронов нет. Ну ничего. Сейчас, если что, с нормального его... Очень долгая перезарядочка. Ну, нормально работает, смотри. ХП одно осталось тут. О, вот и саморезик мой, боже. Понятное дело, что к этому я привык. Это... Лютая имба, да. Ну, не пулемет, лютая имба, конечно. Ну, что вы, все? Скушали? Для них это видно сразу в новинку просто. В новинку. Так, ну и здесь нихера нормального нету. Налет на хранилище. Ну, вот этот контракт выполни, может, что-то интересное. Смотри, смотри, присел, да? Там зомби второго уровня. Ой, как долго, какие долгие они.
Знаешь, все смотрят. Вот цитадель, я не знаю, я не возьму их, наверное, в третью зону. В принципе, и денег еще нету, да, если денег успеем заработать. Потому что я на вундервафы потратил немножко, я его тоже усовершенствовал. Как бы. Хотя мог кристаллом усовершенствовать, а вот еще охота есть. Стоп. Ну ладно, ладно, давай этот грузовик возьмем. На лайт-версии, да? Вот здесь что-то есть интересное. А я и банку, и молнию сожрал. Короче, все сожрал. Где здесь вход сраный? Квестик бери, да. Сейчас поедем. Это чисто снайпер. Этот транспорт везет оружие терминуса. Захватите его и доставьте в точку эвакуации. Господи, зеленый постоянно отстает, да? Он не понимает, что, где, как, почему. Вообще не шарит в контрактах. Попробуйте открыть дверь. Дерутся за зеленые эти штучки, офигеть. Как? Я не знаю, зеленый там останется или он будет ждать, бля. Или ты будешь ждать. Бля, ну просто охереть. Куча зомби, он пошел туда, засел. Брат, да все нормально. И не такое переживали, переживем. Они даже по вертолету стреляют. Блин, а я не знаю, я микросхемку находил, туда сказать, пошли. Тем более, что кто-то даже броньку не подбирает, да? Вот туда, вот туда вот. Вот туда вот, вот туда все боятся почему-то. Хотя на самом деле я часто лажу. Вот, если что-то надо. Вот, мне надо на зомби еще напасть. У всех усовершенствовано. Вот я мог вундерваффе. О. О, вундерваффе у меня золотой. Не, вундерваффе классный. Я бы его сейчас еще какой-то контракт быстро взять. Что здесь быстро можно, да? Налет на хранилище. Контракт. Вот быстро. Быстрый контракт во второй зоне. Нормально платят. Вот. И улучшить еще этот. Вундерваффе. В принципе, деньги здесь. Я тебе скажу, если сразу со второй улучшалкой высаживаешься, то можно, в принципе, подкопить и идти в третью зону. Однозначно. Однозначно, сразу, не боясь, да? Ой, блядь, да иди ты нахер, я контракт беру. Вонючки. Ой, контракт здесь рядом. Контракт здесь рядом. Здесь рядом заправ. Вот, а здесь на зомби много здесь стоит, не? Кто-то делал что-то, не? Мне же надо еще вот это делать. Вот, вот так сделать. Мне надо 100 зомби. Да открой ты, ёб твою. Бля, ящик этот так ставят, да? Меняю магазин. Алло, поехали. Ты деньги зарабатываешь? Или зомби пришел стрелять? Нам надо деньги зарабатывать, брат. Еще чуть-чуть и вундерваффе еще раз улучшу. Интересно будет посмотреть на него в
деле. Вундервап. Ой, бля. Ой, вертолетик. Ой, ой, не надо. Не стреляй, не стреляй, пожалуйста. Не стреляй, да нахер он надо, не стреляй. Да не надо он тебе. Да не надо, не надо, не зли. Не стреляй, все равно не собьешь. Обычно раньше доезжаем. Хотя квест у меня есть такой, сбить вертолет. Точнее был. 700 метров, ни хера себе. А это подлиннее как-то уже, мне кажется. Вот, сейчас бы сделать вундерварду, да. На звездочку эту не смотрите. Это по сюжетке выходы. Вот, ты что, на таком расстоянии сбить можно, в принципе, вертолет. У меня был квест именно вертолет сбить. И чтобы броневик бы остался там что-то на 50% цел, я помню. Но мне кажется, это не этот вариант, да? Давай, мы едем. Ой, блядь. Понаставляли всего. Ой, без зомби уже, да? Без зомби. Вот эти контракты, да, и контракты охота самые любимые у меня. Ой, хорошо как. Снайпер лайм. Так, ладно. Самореза 2 есть, хоть бери на штурм замка, иди уже, да? На штурм завета, ну, наверное, не с этими ребятами. Во, давай контракт. На убийство возьмем. Вот. В принципе, здесь рядом. Время. Вундервафы хочу улучшить. Подожди, где улучшалка здесь? Блин, где она? О, далеко, блин, ёлы-палы. Вундервафы. Ну, давай этого сделаем. Вундервафы я успею. У них все равно нету денег. Я не знаю, куда деньги они потратили. Блин, в принципе, куда можно потратить столько денег? Здесь же в кассе, да? Блин, уйди от меня. А уйди ты, животное, ёб твою. О, а здесь смотри, что. А здесь много у вас, да, ребят? Здесь делает кто-то вас, не? Вроде без фиолетового, вроде не делают. Можно было бы подфармить, конечно. Там зеленый что-то делает. Кто-то квест какой-то, возможно, взял. Наемники еще, да тут все вместе. Блин, где ты? Вот по звуку вообще не определишь. Звук вообще в игре просто в жопу багнутый. Напротив противника. Иди нахер. Все, добили его. Я же вундервафы хочу улучшить еще. Вундервафы медленный, конечно, но смотри, он толпу берет сразу зомби. Хотелось бы посмотреть на какой-то большой толпе. Ну, хер его знает, наверное. Они увлекаются стрельбой, да, на мои рандомы. Внимание! Не вижу, а. Послушник. Послушник, и где? Оля, это что? Да уйди ты нахер! Я ж пройти не могу, алло! Бля, это где наша цель? Кто наша цель? Бля, аж глючит, короче, прикинь. Так, это наш будет. Наш послушник, да? Да, наш послушник. Ой-ой-ой, а чё с ним? А чё с ним? А чё с ним такое? Их два? Их два. Представляешь? Ну давай этого. Добью небагнутого.
А это багнулся, ребята. Это багнулся. Бля, да уйдите вы нахер. Он зомби вообще делает? Или он просто летает туда-сюда? Посмотри. Не, ну они еще и сами по себе появляются, понимаешь? А сейчас мы подожди. Раз ты багнулся, мы на вундерваффе на тебя найдем. Бля, только перезарядиться надо. Ребята, вот этих вот добейте, бля. Вот и все. О, даже багнутые. И за это еще дали броню третью, да? Здесь подсумок для брони. Тихо, ребят, потанцуйте. О! Бабах! Ну вот это было вообще уж... Я не знаю. Я даже его сейчас бы, если бы он был бы еще нормальный, бы мог бы усовершенствовать вообще капец. Бля, ребята, а чё вы тут? Не починили ничего. Так, ну да, столько дохерища, конечно, зомби, блин, им понравится, наверное. Вундерваффе, слушай, с послушником справляется вообще четко. Оно один выстрел, оно дальше дамажит его и дамажит его. Это очень круто. Это очень круто. Мне нравятся вундерваффе, не знаю, тебе нравится? Мне очень нравится. Вундерваффе и пистолетик НЛО тоже такой, вообще бомба, просто круто. Так, сейчас, думаете, что, не прокачаем вундерваффе? Вундерваффе прокачаем. А кто с нами там был? Так как можешь не стрелять по ним? Ну что им скажешь? Ну им просто пострелять. Ой, даже тут задело, нихера себе. Охереть, посмотри. Охереть, мне нравится вундерваффе. Там все колеса есть. Так, а где у нас грозовой фронт? Чтоб я понял. О, грозовой фронт у нас далеко. Мы можем проехать туда. Блин, сейчас машину расфигарят. Они метки вообще не ставят. Они не шарят здесь вообще ничего. Так, ну машине походу надо менять. Надо менять. Ну, контрактов нормально сделали, смотри. Все улучшили, все, да? Охереть. А поначалу они так боялись заходить сюда. Просто офигеть. Так, заправку. Ну, я не буду, да, там, пометьте заправку, еще что-то. Они не пометят. Они не пометят, даже если надо она. Заправка. Мы просто сейчас на мосту станем из-за зомби. Да. Здесь внизу есть, можно заправиться. Но хер с ним, здесь уже близко. Как бы, да, здесь, смотри, что-то делают. Офигеть. Охереть, падают, короче. И те хотят посмотреть, да, что там. О, теперь я вас накормлю, ребятки, да? Вот круто вам? Только попасть как-то надо, да, еще? Вообще такое ощущение, что снаряды иногда летят мимо. О, теперь попало, смотри. Ну, попало всем. И расстояние увеличивается, да? Ой. Да, блин, вундерваффе, смотри, еще красивее стало, да, прикинь, сейчас этот прокачать по максимуму ее. Надо задаться таким вопросом. Отдам я ее кому-то из своих. Вот, как кто со мной бегал постоянно, синий или зеленый, я уже не помню, синий.
Она что-то купила еще там. Как тебе вундервафля? Меняю магазин. Транспорт отмечен. Офигенная, да? Вундервафля. Ты хочешь, чтобы я тоже взял что-то, да? А, это твое тут. Это ж не мое оружие. Этот я не могу брать. Крушителя своим сделал, нихера себе. Так, а здесь выход где-то был. А, вон. Вижу эвакуационный борт. Вот, нам на эвакуационный борт, нам в ту сторону. Ну, вундервафля такая, ну, неплохо. Пусть побегает, да, блин, с вундервафлей. Я смотрю, нравится бегать с вундервафлей. Садам. Садан. Садам или Садан, не знаю. Очень нравится. И Big Shots, нифига себе, большой выстрел есть. Big Shots. Вундервафля понравилась, да? Я оружие не беру больше, в принципе, некуда просто. Смотри, как четко. Смотри, как четко. Ну, пулик такой себе, конечно. Но вундервафля меня вообще... Зато я знаю, где ее взять. Фактически постоянно. Фактически постоянно можно взять вундервафлю эту. Ну, мы пойдем на выход. Короче, я что-то делал. Да, а что мне делать? А мне ж зомби надо, точно. А где мои зомби? Вот здесь зомби, блин, и не будет толпой. Ну что, здесь толпа сидит. Мне надо толпа зомби. Мне надо толпа. Вот здесь зародится сейчас толпа. Собачка зародится, мне кажется. Толпа будет. Да, но это такие квесты. Вот это 50 пораженных зомби. Не пораженных. Ну что, ты рождаешься, не? Не рождаешься. Иди сюда. Сделай мне там парочку. Парочку зомби сделай. Давай нормально сделай. Блин, они какие-то приторможенные. Сделай зомби, говорю. Зомби сделай мне. О-о-о-о-о. Крушитель пришел крушить меня. Так, вот хотя бы, чтоб хоть 10, да, дальше я уже 50 сделаю. Ну, блин, ты родись, а не? Еще одна вундервафля. О, здесь зомби побольше стало. Короче, улетать надо, я так полагаю. О! Где вы? Да я и тебя атаковать буду. Атакую. 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 Вот, все равно больше, меньше будет на следующий раз. Еще с наемниками такую херню проворачивать надо, да? А че, не все сели? Где? Вундервафля. Ну вот, еще подфармил немножко, видишь, очищенный эфирный кристалл есть у меня. Это уже второе усовершенствование, а это безупречный эфирный кристалл на троечку. Значит, тут у меня место есть, здесь уже такой есть один. Ну, будет теперь и такой тоже, да, и такой тоже будет, вот. А фиолетовый возьму я, и ножницы будут одни там. Вот, фиолетовые возьму, я их крафтить могу, я, то есть нормально все. А вот это, посмотри, да? Ой, да, пополняется уже фиолетовыми, золотыми и супер редко ультра. Ультра, просто ультра, вот. Вот так вот, ребятки.
Заряжаю. Короче, ребята, забрал я, значит, смотри, чертеж оружейного ящика. Лучемета успешно. Эвакуируйтесь. Короче, вот он, как чертеж выглядит. Вот. Сейчас возьмем здесь контракт. А чё мы не берем? Во, взяли, ребят. Все, и можно эвакуироваться. Этот чертеж будет... У тебя. Бля, с гранатой. Здесь солдаты сидели в воздухе, кстати. Вот эти вот. Я тебе серьезно говорю. Реально в воздухе сидели, ребят. Просто не в машине, а... Ну, ты понял, в воздухе сидели. Вот здесь. Вот, чертеж забрал. Могилка, вот она. Значит, это, по-моему, напарника могилка. В общем, чертеж забрал вот здесь. Вот здесь забрал. Бля, а что ты делаешь? Да тебе ж туда ехать надо. Ёб твою, да вертолет сейчас раскрошит тачку эту. Блин, вот кто-то вечно тормозит в этом скине первобытно. Развернись, брат. А, он развернулся. Господи, боже мой. Нам бы отпетлять. Вообще по вертолету стрелять или не надо? Блин, давай постреляем. А, ноль урона. Ноль урона. О, теперь пошел урон. Пошел. Редкие кристаллы забираю я, значит. Очень редкие. То есть золотые. Не, ну, есть два вида золотых. Золотой золото и золотой совсем желтый. А вот совсем желтый я забираю. Вот такой вот чертеж. Главное не нажать, не активировать, потому что вундервафы я нажал и активировал. А моя могилка пропала, кстати. Моя могилка пропала, а напарника не пропала. Очень интересно. Он ее не забрал, получается, или что? Так, ладно. Вот, главное не жать вот эти вот кнопочки, да, которые так налет на хранилище. Что бы я сделал? Я бы вышел бы, если честно. Я бы вышел бы, да. Ну, 8000 есть. Подожди, брат. Поехали. Поехали, монстра запушим. Вот, и можно будет ходить с ним, с этим чертежом. Если его сейчас активирую случайно просто. Звук пропал, такое бывает. Если я его активирую случайно, то все, пиши пропало. Пиши пропало. Денежку заберу. Здесь всегда в кассах много денег. В общем, я в эту цитадель, я не знаю. Я в эту цитадель. Больше... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А это не мега монстры случайно? Но вообще нет. Это мим. Мим, вот написано мим. Это не мега монстр. Потому что на мега монстров охотится... А я могу охотиться, у меня есть... Но надо парочку турелей взять. Парочку турелей взять. Здорово, ребята. Здорово, ребята. А где он, ёб твою? Он в третью зону пошел? Он по крышам бегает. Иди сюда, говно собачье. Сейчас. Что-то потерянный он, да? Потерялся мимик. Коктейль выносливости есть, и я возьму... Да ёб твою налево. Что там с патронами? Это чё вообще барахло пришло сюда, а? Так, перезарядим патроны. Вот, пополняю, потому что потом искать буду очень-очень долго. Так, чё у нас? Давай поохотимся. Вообще оружие можно улучшить уже. Ну, я бегу. Давай, или ты сам контракт хочешь сделать? Я уже наблюдал, как рандомы делают сами контракты. Это жесть. И как они в третью зону бегут за пушек. Что это за мета, кстати? Что это за мета бегать сюда и вот эти вот оружие с ящика или со стены брать? А это мета какая-то, да? Это мета?
Я вообще не понимаю этого. Вот здесь вот оружие на стене висит. Они бегают, берут, и здесь постоянно руки лежат. Я постоянно иду, резаю их, в принципе. Ну, 300 метров. Че, грузовик же рабочий. Че бы не подъехать? Или он думает, я не выйду отсюда? Другую тачку взяли. Другую тачечку взяли. Так, хорошо, едем сюда. Блин, это не мимик. Это крушитель. Ну, слава богу, что не багнуто это говно, которое багается, этот мистериум, который летает. Он здесь летает туда-сюда, его вообще не поймать просто. А пушечку я активировать не хочу, я ее хочу вынести. Крушитель. Крушить, ломать. Все, я на перезарядке. Ёб твою, брат, я спасу тебя. Конечно, будешь. Конечно, будешь, брат. Так, опять выносливость. Вот это надо кому-то? Нет, крушилка. У меня есть что-то? Ну, пусть крушилка будет. Блин, мне же на зомби напасть надо, а я еще не сделал эту херню. Чтобы нападать на зомби. У меня же этот квест еще. Напасть с этой полевой модификацией на зомби. Очень долгий. Потом еще на этих напасть надо. Ой, боже мой, сейчас скажу. Вот 50 зомби, 37 я убил. То есть с этой херней. Собачка. Бах-бах-бах-бах. Ой, типа нет. Че еще? Ты че говно, по кому-то стреляешь? На кого ты точишь тут все? Вот, вот эти вот пистолетики, да? Это мне не надо, мне не надо, брат. Мне не надо. Мне не надо. Это я просто показываю. Все в третьей зоне. Да, если золотой, можно взять. Можно взять, если ты свое не прокачиваешь. Ребята, свое не прокачиваешь. Да ничего, брат, не трать саморез. Саморез и на все золото. Пойдешь в этот... Во. Вот, и авиаудары, это есть. Ну, нормально. В принципе, подлутался я, да? Сейчас бы вот еще, смотри, еще саморез один. И чтобы у каждого было по два, по три самореза. И можно идти. Идти. А зачем им этот коктейль? А что это за коктейль? Я уже забываю. У меня он есть. Тихо, 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 тихо. Вы хотели месиво? Пожалуйста. Месиво, ребят. Месиво. Я что-то не взял, да, здесь? Давай выкину, может, им будет что-то. А что здесь? Вот эти кружки. А, броня вторая никому не нужна. Вот кому-то... Кто-то, может, возьмет. Тут, может, возьмет, будет бегать, искать. Ёб твою. Это следующий квест, кстати, надо сделать вот так будет. Вот так надо сделать было. Но, к сожалению, не в этом квесте. Вот так надо. Но я буду искать пол жизни этот квест. Я вам серьезно говорю. Пол жизни я буду искать этот квест. Вот, а куда, ребята? А в улучшайзер пошли. Слушай, а мне тоже надо в улучшайзер. Ну, хотя у меня пушка, смотри, да? Для второй зоны... Вообще идеально. А я сразу уже так улучшаю ее. В принципе, с самого начала тапки. Блин. Мне не хватало здесь. Блин, да идите нахер, а. Дайте я в улучшайзер схожу. Кто-то что-то тут делает. Улучшайзер внизу. Да отвалите от меня, пожалуйста. Я мирный. Я мирный, я в улучшайзер. Ну, теперь вообще. Все по плечу будет. Ну, пушечка какая-то. Главное не активировать свой пистолет, не нажать, потому что в прошлом ролике я Wunderwaffe
вафлю, вундервафлю, просто взял и активировал, ребят. Просто взял. А чё, квестов никаких нету? Охереть, охереть. Вот квесты есть. Здесь контракт. Ребята, здесь контракт, и здесь машина наша есть еще. Вот, здесь машина есть. Здесь легкий внедорожник. А, подожди, здесь вот есть. Сейчас мы первые до контракта долетим. Пока другие рандомы не очухались. Вот, это битва за контракты, ребят. Это битва, это игра, это битва. Битва за контракты, понимаешь? Битва за контракты. Их мало. Во, во есть. Во есть, ребята, во есть. Близко, 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 близко. Можно яйца сделать и попробовать еще с яиц этих, с коконом. Попробовать вундервафлю выбить, но их надо штуки 3-4 делать. Это я так по секрету говорю. Чертеж именно. Именно чертеж. Именно чертеж. Ты делаешь 3-4 яйца во второй зоне. Очень трудно сделать. На самом деле. Тихо. Я добыл нам контракт. Ребята, здесь надо добывать контракты. Здесь надо добывать. Вот, и часто перезаряжаться. Ну что, ребята спрашивали, ты чё часто перезаряжаешься? Алекс, ты чё часто перезаряжаешься? Алекс, ну чего ты часто перезаряжаешься, Алекс? Ну чего? А потому что потом последняя обойма. И ты такой, ёб твою налево. А почему последняя обойма у меня? Вот. Кто-то спрашивал сетап, значит, на компьютере. Я отвечал в комментариях. То есть, вот твои комментарии я... Все читаю. И вот до этого ящика добраться будет нереально потом. Когда надо, поверь мне. Когда надо, ты останешься без патронов. Поэтому от зомби подбирай патроны, перезаряжайся. Вот, недавно был тут еще в третьей зоне. В общем, ты это видео видел. Ой-ой-ой, это этот, посмотри, баганый. Баганый дятел. Он забагался, можно попробовать. Если б, конечно, кто-нибудь помог мне. Хотя бы зомби этих, блин, бить. Ребят. Я не знаю, где ребят. Вроде стреляют. Я все еще. Не поднимайся, брат. Вот так вот он багается. Но это в лучшем случае. Ребята, это в лучшем случае. Это в лучшем случае. Молния мне не надо, я ее где она? Бля. Я не хочу пушечку нажать. Вы стреляете вообще, ребят? Они видят этот лут, короче, и бегут все к нему. Бегут к луту, короче. Это самое главное для них. Молнию я хочу выкинуть. Молния мне не нужна. Вот, молния не нужна, нужна вот контракт. Слушай. Слушай, нормально, нормально сейчас. Покачаем, покачаем все. Вот контракт. Второй саморез брать не буду, так и я уже могу на зомби напасть. Мне надо цитадель какая-то, где-то что-то. В принципе, здесь, но здесь мало их, понимаешь? Мало, 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 мало зомби. Собак надо сразу. Вот, а зомби собрать. Ребята, ребята, в круг, в круг. Все в круг. Все в круг, надо напасть на вас. Все в круг. Давай, 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 подтягивайся, блядь. Ну, задний, подтягивайся. Чё ты хромаешь? Чё ты хромаешь? Не успел. Хромает он, короче, еле идет. Ну, всю колонну задерживает просто. Своим хроманием. Сколько там? 44 из 50. А я в этой катке закрою. В следующей катке буду охотиться. Охотиться на этих. А охотиться на наемников. Вот. Наемников там немного. 10 человек надо. То есть буду врываться просто в лагерь наемников. Просто врываться с ноги. Что, тебя кассы не интересуют? Можно же еще... Ну, я не пойду в этой катке улучшать на последнее оружие. Посмотри, как зомби бегают некоторые. Так, ну эти зомби мне очень нужны. Ребята, вы очень нужны, да.
Вы очень нужны мне. Мне надо пополнить эту херню. Вот, а потом включить ее. Бля, не бей зомби моих. Некоторые зомби бегают овер быстро. Багаются боссы. Вот это с последним обновлением, понимаешь? С последним обновлением такая херня происходит. Почему так? Не знаю. Я не знаю. Я вундервафлю выношу. Все. Ну возьми, ну. Ну возьми же ты. Плашечку. Ну возьми. Че, кто у нас здесь? Послушник. Ой-ой-ой. Вот их больше всего не люблю, бля. Ну не люблю я их. Не люблю я послушника. Вон вундервафля идет. Как я их тут, этих крушителей, ждал, понимаешь? Когда нужны были боссы. Вот когда убить надо боссов. Типа ты ждешь крушителя, либо кого-то, но кого-то не по контракту. Отмечаю контракт. Так, а что ты отметил там? Моя собака. Мой зомби. Короче, здесь война за этот, получается, за зомби. Во второй, в третьей зоне за боссов война. Я реально за боссов воевал. Ну, чтобы их другие не убили турельками и улучшенным оружием. Да и как убить босса, значит, я тебе могу в двух словах рассказать, как убить босса там. Если без турельки. О, ребята, вы мне нужны. Значит, берешь оружие и ставишь не крушилку, а огонь ставишь на оружие. Огонек, поджог. В принципе, и с крушилкой можно попробовать, но поджог на последнем оружии работает идеально. Я бы сказал бы идеально. Идеально. Просто идеально. Так, ребята, но вы мне нужны все равно. По квестику. Вот, еще чуть-чуть осталось. О, сейчас включу. Включу свою херню. 4 зомби надо всего лишь. Все, включил. Теперь осталось дождаться только зомби. Чтобы их много было. Вот, чтобы их много было. Ну, ты видишь, где контракт этот, понимаешь? Ты охотишься. Вас четверо? Подожди. Вас сколько здесь? Ребята, мне 4 надо. 1, 2, 3, 4. Нормально. Все, сделал. Почему 48? Ёб твою, как оно считает так криво? Ну ладно, еще двоих за эту катку я тут сделаю. Подожди, он охотится, пошел в третью зону. Удачи, я вундервафлю, блин. Для чего выносил? Для чего выносил вундервафлю? Ребята, я бы помог, но сори. Пусть не думаете, что я секун, я там зону эту всю сам обходил. Вот, куча видео есть. Куча видео есть, но туда я не пойду. Это, ну, мне не надо сейчас просто. Я просто вот эту красивейшую вундервафлю провафлю сейчас. Вот, пистолетик НЛО. Пистолетик НЛО, понимаешь? А в Дворец Завета я что-то уже перехотел бегать. Просто, давай перезайдем. Вот, ну, у меня такой план. Быстренько перезайдем. Сейчас где-то здесь выход есть, вот. Вот он, выход. Вот я пометил, ага, вижу, где пометил. Ну, я помню наизусть, где выход. Но меточки слетают вообще на раз-два слетают. Он хочет тех. Я его желание понимаю. Если он еще никогда не делал их, либо делал пару раз, он очень хочет. Да, там иногда джиггернаут. И иногда вундервафля та же самая выпадает. В общем, выпадает много чего там. Ну и зомби я, наверное, не сделаю, потому что сейчас пока набьешь, пока включишь эту штуку, понимаешь? Хотя, может, здесь сейчас набью. Может, здесь набью. Вот. Я-то обычно сам играю вообще. То есть, ну, солянду. Солянду. И во второй вертолет с задержкой. Может, и набью, кстати. Ну, по крайней мере, вот пулемет прокачиваю. Ну, чтобы патроны не тратить. О! А-а-а, вежливо попросили, да? Здесь можно зомбаков фармить, кстати, смотри. Опа! А не, это... То
То есть довольно много, да? Так, довольно много, но посмотри, сколько их надо. Я, наверное, на следующем полечу. Вот. А может и на этом. Вундервафлю то надо взять, да? Правильно, с собой. Так, то что, то атомная бомба, ладно. Ладно, сажусь сюда. Давай по полу еще походи, да, давай. Походи по полу, конечно. Вот, мне кажется, за мгновенным убийством херня это не действует просто. Так хочется уже доделать квест этот, ну ладно. Вундервафлю все равно хочется показать, да? Все, сейчас вундервафлю вынесли. Ты представляешь? Вынесли чертеж. Ну что ж, ребята, вундервафлю мы вынесли. У нас разблокировался лучемет, пистолетик НЛО. Вот, если хочешь чертеж, то в зараженных цитках очень редко бывает. Но если бывает, то только во второй зоне. Во второй зоне именно этот чертеж бывает. Но чаще всего это крепость, конечно. Завета. Да, там чаще всего бывает вот такая вот вундервафля получилась. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. А я, как говорится, пока-пока, до скорого. Я пошел дальше делать квесты. Если что, увидимся, услышимся. Не забывай про лайк и комментарий.